Друзья, всем привет, с вами Марина Жукова, и сегодня с вами хочу поделиться хитростью, с помощью которой абсолютно любой дешевый крем из супермаркета можно сделать хорошим уходовым средством не хуже класса люкс. Все, что я делаю, это беру крем, вот такая вот у меня баночка, но желательно крем брать не жирный, такой легкий крем, и беру облепиховое масло. Масло я беру для наружного и внутреннего применения. Есть у меня еще одна пустая баночка из-под крема, в нее я кладу где-то примерно 1 чайную ложку крема из общей баночки и добавляю 1-2 капельки облепихового масла. Все, на 1 чайную ложку 1-2 капельки, больше не нужно. Все хорошо перемешиваю. Все, друзья, недорогой крем из супермаркета превратился в хорошее уходовое средство. Как только у меня эта чайная ложечка закончится, я вновь из общей баночки возьму чайную ложку, добавлю в нее масло и буду пользоваться. Только много масла не добавляйте, чтобы крем был не тяжелый, чтобы кожа дышала. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что идея вам понравится.